Семена свеклы столовой Боро F1, Боро F1 представляют среднеспелый гибрид, выведенный селекционерами из Голландии. Сорт устойчив к перепадам температур и заболеваниям корнеплодов, не терпит переувлажнения. Высевать семена следует на солнечные участки. Сбор урожая приходится на июль-август, через 110-120 суток после всходов. Корнеплоды имеют диаметр 8-10 см, округлую форму, фиолетово-красную окраску и сочную мякоть со сладким вкусом. Сорт рекомендован для садовых участков и фермерских хозяйств, пригоден для механической сборки. Урожайность гибрида 6-8 кг с 1 метра. Свекла столовая Боро F1 – это однолетнее растение. Свекла прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Свекла столовая Боро F1 имеет среднеспелый срок созревания. Плоды свеклы созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 110-120 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округлая. Цвет плода фиолетово-красная. Вкус сладкий, мякоть сочная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.